Вы сказали про дружбу. Есть да. животные, которые ни с кем не дружат, они сами по себе. Что да. вы говорите? Да. Это, если вы помните, у нас есть традиция, мы да. кошек... Да. Алиса, да? Вот мы пристраиваем вот таких Алис зрителям. В прошлый раз, кстати, с вашей подачи всегда, ушла в народ. Да, да, так что будем надеяться, что Алиса тоже все сложится. А вот мне интересно, поскольку в пресс-релизе я прочитал, что там много параллелей как бы сегодняшним днем, именно в спектакле, я не знаю, как, насколько в оригинале повести. А у вас это дело происходит в современной России или в дореволюционной? Нет, нет. Скажем так, это в дореволюционной, но там интересно, мы убрали, конечно, это. То есть мы убрали, у нас финал не такой, как у Аверченко, потому что у Аверченко повесть заканчивается, ну вот, дружба, все эти развлечения, все эти мытарства там, этих трех людей, потом их разлука, ну, расставание, их расставание. Есть какой-то момент того, что они встретятся снова, и у каждого из них что-то, может быть, произойдет хорошего, но повесть заканчивается тем, что там просто одна фраза. Наступил 1917 год. Думайте, что хотите, товарищи. Но, скорее всего, этим трем людям, к сожалению, либо придется жить в другой стране, либо, скорее всего, их просто не станет. Ну или они могут оказаться по разные стороны баррикад, фронтов. Вряд ли. Вы считаете, что они единомышленники? Да. А разве мы не наблюдаем сейчас, что люди, которые совсем недавно были единомышленники, одинаково понимали про плохое и хорошее, сейчас в каких-то вопросах ну, находятся по разные стороны баррикад? Это же мы наблюдаем сейчас? Нет? Или в вашей среде этого ну, нет? В актерской среде этого... Да нет, не существует, наверное, по одной простой причине, потому что у нас мозг занят больше, конечно, не политикой, а творчеством. Вот. И слава богу, потому что если еще мы будем заниматься политикой... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».